видископ. Прогноз — это ж дело неблагодарное, поэтому в финальном матче может произойти. То есть я говорю о заслугах, что Германия по содержанию игры и по отношению, и по всем играм, она заслужила больше стать чемпионом, чем Аргентина. Но чемпионом становится тот, кто становится чемпионом, а не тот, на кого ставят, к сожалению. То есть никто не думал, что Германия по пенальти выиграет в четвертьфинале. И никто не думал, что Германия легко обыграет Бразилию. То есть там все ставили, что Германия пройдет и выиграет, а дотянули до 11-метровых. А здесь думали, что будет тяжелая борьба и как бы были более равные шансы. Надежды на то, что будет красивый финал, всегда мало. Кроме того, когда разгромила Франция Бразилию, да, 3-0. Опять же, это быстрый мяч, и этот финал был интересен, потому что кто-то забивал. Поэтому здесь Аргентина будет играть вторым номером. Но и немцы будут ответственность больше, будут более осторожны, чем с Бразилией. Просто с Бразилией как бы пошло везение и пошла игра, поэтому они были раскованы. А поначалу тоже было осторожно. Вот такая будет примерно игра, как Голландия. До первого забитого мяча, а потом после первого забитого кто-то закроется, вернее, кто-то откроется, и пойдут, кто-то будет играть на контратаке, а кто-то будет вводить инициативу. Витископ. Спортивное видео.